Едем. Відчуй життя без алергії. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. На календарі сьогодні 3 липня, понеділок, і розпочинаємо наше традиційне зведення. З нами військовий експерт, полковник Збройних сил України Роман Світан. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Що ж, з 2 на 3 липня відновили атаки з повітря росіяни і запускали велику кількість шахедів, пане Романе. Знову ж таки, я зрозумів, вони отримали нову партію, чи вони просто так от хочуть тероризувати тим, чим залишилось у них? У них вже відкрит буквально безліміт. Іранці поставляють росіянам любые практически количество шахедов. Главное, щоб їм були цілі. Тут же ще вопрос. Они же просто так их тоже в воздух отправлять не будут, потому у них, я бы сказал, количество пусков ограничивается разведанными и доразведанными целями. Потому уже проблем с шахедами у них не будет. А вот разведка да разведка целей, это да, это проблема, потому что выполнять даже боевые операции, особенно в преддверии наших уже прорывов, они будут вот как раз по военным объектам, а здесь уже у них проблема, проблема связанная и с самой базой их людей в Украине, ну и с радиотехническими средствами снятия информации. Вот это мы уже видим, потому что они, целей у них меньше и меньше, и даже те, которые они выбирают, они не всегда военные, по крайней мере, на данный момент. Потому только этим пока будет ограничиваться количество пусков шахедов. Пане Романе, запустили 17 шахедів, 13 збили. Результат міг би бути і кращим, але бачимо, що таки частина долетіла. Це ознака того, що росіяни знайшли місця, де немає чим збивати, чи просто якась нова тактика в них? Это дело в том, что у нас ПВО не хватает, то есть у нас наша противовоздушная оборона, она не везде стопроцентная. Есть направления, где могут проходить и шахеды, и ракеты в том числе. Закрыть могут только достаточное количество зенитно-ракетных комплексов. И вот россияне шахедами иногда даже сначала разведывают пути прохода потом для ракет. То есть используют шахед как такую цель, обманку с одной стороны, для того, чтобы понять, есть на этом маршруте зенитно-ракетный комплекс, активируется он или нет. То есть этот вопрос еще шахеды решают. До речі, що говорити про шахеди, є місця, звідки вони запускають. Одне з таких місць – це Краснодарський край і аеропорт Приморсько-Ахтарськ. У нас є відео, пане Романе, як є прекрасне влучання і як димить цей аеропорт. Звідти там запускають шахеди, власне, росіяни. Давайте подивимося це відео. Ось бачимо, так, димить дуже гарно. І вже є фотографія від кратеру. Кажуть, що за кількасот метрів від нього є приліт. Я так розумію, це ми перестрілюємося. І наскільки важливий цей аеропорт, тому що він безпосередньо базується біля Криму. Там это аэропорт рядом недалеко от аэропорта, не аэропорта, аэродрома Ейск, если помните, юго-западнее. Зараз на карті покажу. Да. Находится этот порт, это на южном берегу Таганрогского залива, Азовского моря. Это, можно сказать, через залив к Мариуполю. И вот именно там, на этом аэродроме, базируются эти пусковые установки. Естественно, находятся и ксировцы, ну, и операторы этих шахедов. Потому это легитимная военная цель. Ну, а по поводу кратера и попадания, я думаю, можно говорить только после заявления нашего генштаба о том, что это было и был ли это, допустим, наш удар, потому что туда достать, ну, Атакам смог, Шторм Шэдоу могла достать, у нас просто нет. Ну, или, может быть, наш Гром, это тоже может быть. Ваш кратер где-то от полутонной и больше боеприпаса сам по себе кратер. Это могла быть Шторм Шэдоу, вопрос по Атакамсу, там 225 килограмм. Всего лишь. И были пуски Х-22. Если были пуски Х-22, россияне могли свою же ракету или сбить, и она могла упасть.
Это тоже один из вариантов, по крайней мере, потому что Х-22, они с Моздока 122М3 взлетают и с Ту-22М3 сбрасывают ракеты. Она могла, допустим, сойти. Но это, конечно, сложно, потому что сбрасывают они над Азовским морем, обратно бы она не развернулась. Поэтому, скорее всего, это либо, если это наше, то это либо «Гром», либо «Атакамс». Ну, «Атакамс», еще раз повторюсь, тоже вряд ли. Скорее всего, все-таки «Шторм Шедоу». Пане Романе, якщо говорити про Крим, власне, знову ж таки, повідомляє окупаційна влада, що стаманні, те, що ми вчора говорили, продовжується збільшуватись корок. Скажіть, будь ласка, чи це буде впливати на логістику постачання в тимчасово окупований Крим? Тому що ми з вами раніше говорили, що до 30% всього йде саме через Керч, і чи буде в них ускладнення? Нет, абсолютно не будет. Они везут железной дорогой. То есть железнодорожный мост работает, и военные составы проходят. И именно 30% железной дорогой они перебрасывают. А пробки стоят на авто. Это досматривают каждую машину. Въезжают россияне в Крым. Никакой паники у них уже нет. Их уверили, я так понимаю, и наше в том числе, иногда военное руководство и некоторые представители офиса президента уверили в том, что заход в Крым будет с дипломатическим, как минимум, прослойкой. А это значит, будет у них время уйти. И заявление Главного управления разведки Министерства обороны о том, что Крымский мост взрывать не нужно, чтобы дать возможность россиянам уйти. Вот это как раз оставило россиян в Крыму. Они чемоданы уже разложили. Ну и часть россиян едет в Крым на отдых. Вот эти вот пробки как раз это, вот эта поездка. Поэтому иногда такого рода заявления перед тем, как делать, нужно подумать, нам они нужны там в Крыму или нет. До речі, пане Романе, якщо ми вже говоримо про Крим і про заяви певних західних політиків, що, мовляв, Крим може... От Шольц, так, сказав вчора, що Крим може бути... Він якось, як завжди, дивно сказав, що Крим може стати предметом розмови і останньою такою краплею в цій війні з Росією. Але він не сказав, так, що треба заходити. І також Шольц сказав, що зброю, яку вони передають, вони не хочуть, аби вона била по території Росії. Тобто по нашій території повномасштабне вторгнення йде, а Шольц каже, що не бийте по території Росії. У мене в цьому ключі запитання, тому що от Зеленський, ми багато про це з вами говорили, Зеленський сказав наступне, що нас цікавить кордон лише 91-го року. Ну, теж заявлення правильне, грамотне, понятне. Да, ми виходимо на границі 91-го года. Звісно, представте, президент країни скаже обратне. Нас не інтересует границі 91-го года. Да, или не інтересует госграница. Естественно, он же так не скажет. А вопрос метода выхода на границу. В прошлом году, 27 марта, с помощью Беннета, израильского премьера, были организованы переговоры, на которых украинская делегация предложила Крым и Донбасс на 15 лет. Так сказать, решать эти вопросы в течение 15 лет. Этими потом, кстати, документами, которыми Путин пытался шантажировать сначала, скорее всего, наше военно-политическое руководство. Этими документами они бравировали уже потом подписанными с нашей украинской стороны. Вот только из-за этого, что Путин эти документы мог достать, нельзя было с ними садиться за стол переговоров. Вообще нельзя к ним близко подходить, к этим людям, к россиянам. То есть любой контакт, но тем не менее израильтяне, это и Беннет, тогда премьер-министр Израиля на тот момент, вот он настоял, чтобы эти переговоры были, то есть подготовил их вместе с Абрамовичем. Ну, Абрамович себе там нарахамил снятие санкций, а вот Беннет таким был основным движущим моментом в этих всех делах. Это хорошо, что мы за год объяснили, правильно рассказали, привили прививкой, так сказать, к этим делам. И больше о них не вспоминаем, об этих бумажках. Но, тем не менее, это все было в прошлом году. И такого же действия сейчас могут требовать от нас, то же действие, которое в прошлом году, могут требовать от нас наши партнеры. Это может быть и Шольц, очень много есть приездов того же Бернса, мы видели приездов этих
попрошаек путинских для такого рода действий. И вот некоторые публикации уже идут, подсвечивают такое действие. То есть выход, допустим, на границе 91-го года, вопрос когда? Если через 15 лет, так мы больше их не увидим, этих границ. Здесь надо вот четко это понимать. И риторику однозначную включать, та, которая забита в присяге украинского воина, любого украинского военнослужащего. Присяга дается народу Украины на сохранение госграницы, суверенитета, территориальной целостности Украины. Вот что надо четко обозначать. Причем заход в Крым, он должен быть сразу, сходу, без остановки. Иначе мы еще положим тысячи людей при потом уже пробитии того фронта, который организуется после нашей остановки перед Крымом. Потому здесь сейчас опять информационная волна поднимается. Вот эти Шольцы в том числе опять Крым, вокруг Крыма пляшут. Причем то, что мы не бьем по Крыму штурмшеду, как раз говорит о том, что не только Шольц, а скорее всего и англичане, может быть и американцы в этом участвуют. Mm-hmm. То есть ни одна ракета штурмшеду по крымскому военным объектам еще не пришла, хотя работают по Азовскому побережью. От Мариуполя до Бердянска еще и Луганск. От Мариуполя до Мелитополя еще и Луганск включая. А по Севастопольской бухте ни одна штурмшеду еще до сих пор не пришла. Потому вопрос по Крыму, я так понимаю, до сих пор висит, подвешен, нам его просовывают. Вопрос противодействия этому нашему военно-политическому руководству. Как оно будет противодействовать? Я знаю точно, ну просто военные, потому со стороны военных знаю точно, никто этот среди военных вопрос не рассматривает от главкома до солдата. Никаких переуступок территориальных, никаких дипломатических вопросов. А вот с политиками есть вопрос. Президент сейчас, да, он однозначно это говорит, но там рядом хватает непонятных говорящих голов, которые могут что угодно в этот момент нести, а уже снимать с них информацию и выдавать в информационное поле в режиме ИПСО, это уже могут наши враги. Потому вот это то, что Беннет, израильтянин, организовал в прошлом году 27 марта, это надо забыть, поставить крест, еще этого Беннета выдернуть, но это надо нашим контрразведке заниматься. Выдернуть этого израильтянина и конкретно ставить вопросы, что он хотел этим сделать. В конце концов, принес очень большой вред. Даже только из-за того, что появились эти бумажки 27 марта, которыми Путин апеллировал, вернее, крутил у носа африканским странам, так только это уже принесло большой вред для нас. Но это посмотрим, это вопросы контрразведки. Контрики у нас сейчас работают отлично, потому, я думаю, вопрос решат. Так, і зараз МЗС також тисне на Ізраїль. Ми з вами говорили, та, що офіційно висловлювали незадоволеність і викликали нашого посла в Ізраїлі. Ну, будемо бачити. Пане Романе, про інших посередників. Раніше ми з вами говорили, що Папа Римський чи то відірваний від землі, чи то лобі російське пропонував мирний план якийсь. І зараз стало відомо, що представник Папа Римського відвідав Росію і запевнив, що ніякого мирного плану від Ватикану не існує, ні про що вони не говорили. Ну, это включает заднее. Вот, кстати, после того, как президент вот здесь в этом смысле очень грамотно поступил. Как только появилась в Вашингтон-Пост эта публикация о некоем топтании возле Крыма, президент четко нарисовал, буквально отработали за несколько часов, о том, что да, выход на госграницу и потом какие-то мирные или немирные вообще переговоры как таковые. Надо было просто уточнить, как это делать, выход на госграницу и каким путем и когда, по крайней мере. И тогда была бы уже четкая, ясная картина. Но посыл понятен, потому все эти папы начинают отыгрывать в обратную сторону. Сейчас будут плясать. Я и хата не моя, и вообще меня не так поняли, я за мир. Ну, то есть в таком режиме сейчас вся эта толпа начнет отыгрывать. Все зависит от нашего военно-политического руководства, от жесткости позиции наших политиков, ну и военных в том числе. Военные, здесь это гуру только вопрос по поводу вот этих дипломатических
военно-дипломатический путь освобождения Крыма, как в прошлом году Буданов когда-то зарядил. И в этом году уже спикеры рассказывали про то, что подойдем, о невозможности удара по Крымскому мосту. Нам надо следить за тем, что говорите в эфир. А вот и Папа Римский, сейчас мы несколько политиков увидим, как они будут давать заднюю после уже нашего жесткой подачи. Здесь очень важно, потому что в конце концов все от нас зависит, от украинцев, от украинского военно-политического руководства, от украинской армии, народа Украины. То есть, как мы себе это видим, так и все будут отыгрывать и плясать уже под нашу в этом смысле дудку. А здесь надо, чтобы мы в эту дудку все вместе одинаково дудели. И вот тогда будет результат и по папам, и по мамам, и по всем остальным бёрдсам. Пане Романе, якщо перейти до карти бойових дій, глянути і бахмутський напрямок, вже офіційно Генштаб каже, що в нас є серйозні просування. От глянемо в напрямку Берхівки, власне, вже як просування. І ми фактично вирівнюємо лінію про те, що ми з вами говорили. І я так розумію, що ми будемо виходити до річки Бахмутки. Ось, власне, про те, що ви самі казали. І от таке от цікаво, тому що Міноборони Росії, повідомляється наша розвідка, що вони вирішили ліквідувати всіх вагнерівців на війні з Україною. І на Запорізькому напрямку, і на Східному. Ну, ліквідувати це може бути не так прямо, розтворити в собі. Тобто, предложити два варіанти. Перший – це контракт і становитесь в строй, в общий строй. Согласно своего ранга. А второй вариант – покинуть поле боя, но вопрос в том, что они тогда попадать будут под призыв в самой России. Потому такой жесткий подход, но опять же, это с военной точки зрения, это правильный, грамотный подход, не должно быть ни в одной армии, здесь дело не в России или еще какой-то. Сама армия, сама по себе, в принципе, не на начале в армии, он не подразумевает внешнее управление подразделений. Вот внешнее управление подразделениями было у ЧВК «Вагнер», да, у Пригожина. Вот оно чем закончилось для россиян. Потому сейчас у российских генералов есть определенное окно возможностей уничтожить все неподчиняющиеся вертикали власти, военной власти в российской армии, любые подразделения, потому что сейчас можно пальцем показать на результаты их деятельности, по крайней мере. И они сейчас это будут делать, я думаю, в ближайшую неделю они вопрос этот решат. И мы неоднократно с вами говорили об этом. Мы забудем за ЧВК «Вагнер», за ОПГ «Пригожина», а может быть и за самого Пригожина. Они сами себе создали проблему, это называется «плюнули против ветра». Ну, мы это уже говорили. Да. Пане Романе, також є повідомлення від Генштабу, від наших бійців, що панівна висота перед Кліщівкою вже нами зайнята. Я так розумію, що це вже питання кількох днів, що цей населений пункт буде вже під Збройними силами України. З Кліщівки, які нам відкриваються плацдарми і куди ми можемо рухатись далі? Две такие высоты есть в районе Бахмута, ну, высотки, по крайней мере, возвышения, как угодно можно назвать, господствующие высоты. Это в районе Берховки, мы туда уже вышли, и вот в районе Клещеевки. Берховки – это с севера, а с юга – в районе Клещеевки. Задача как раз стояла выйти на эти господствующие высоты. Дальше вокруг высот будут проведены определенные тактические действия для того, чтобы на них можно было расположить батареи. А вот при расположении батареи на этих высотах, радиус батареи работает где-то до 15-25 километров, в зависимости от того, какая батарея будет стоять, мы начнем контролировать входы-выходы в Бахмут и из Бахмута. Это называется оперативное окружение. То есть двигаться в Бахмут и из Бахмута россиянам будет уже не совсем легко, как минимум, а дальше будет зависеть от того, сколько будет боеприпасов для работы по россиянам. Они в Бахмуте как на полигоне, как цели, пусть движущиеся, но тем не менее довольно-таки видные, заметные. И мы их будем просто там уничтожать. До тех пор, пока не примут они единственное правильное решение в этой ситуации с военной точки зрения, это отход, управляемый отход из
Бахмута, ну а дальше уже все будет зависеть от развития ситуации. А реку Бахмутку мы уже с помощью с этих высот уже будем контролировать, это уж точно. Вот как раз вдоль реки Бахмутки будет оперативный контроль на нашей артиллерии. Пане Романе, я пригадую, коли ми виходили з правого берега, Бахмутка слугувала дуже хорошим природним оборонним редутом. Справді оця от ріка є хорошим плацдармом, аби тримати і закріплятися нашим Збройним силам України? Нет, та река она сама по себе маленькая, там перепрыгнуть можно, утрирую, конечно. Дело в том, что сама река и подходы к реке, особенно с востока, они там положе, и там где-то несколько, и на нескольких местах несколько сот метров ровной территории, то есть открытой местности, так сказать. Там тоже на правом берегу еще часть Бахмута есть, но сама по себе река, вот как рубеж, не река как река, не как водная преграда, а как просто рубеж, особенно без построек ровной местности. Вот это как раз пройти сложно без контроля, а если есть оперативный контроль, огневой контроль, то как раз это и есть рубеж вот такого оперативного окружения, оперативного мешка. Пане Роман, також є повідомлення від нашої розвідки, що біля Бахмуту настільки є проблеми серйозні в окупаційної армії, що вони роздумують перекидати війська навіть з Херсону, з півдня або з Луганського напрямку. Як ви вважаєте, чи справді Росія може ризикнути і пожертвувати півднем, аби тримати схід? Война математика, все просчитывается. Им придется либо уйти с Бахмута до Попасной, либо перебрасывать войска с Запорожского фронта и потерять Запорожский фронт. Вот у них сейчас дилемма. Причем эту дилемму они, скорее всего, будут решать в пользу Бахмута. То есть будут снимать части, терять Запорожский фронт, но Бахмут для них информационный капкан, который они сами, ну только не они, это Пригожин, этот капкан организовал, и Пригожин, так сказать, загнал российскую армию в этот капкан. Для них потеря Бахмута хуже, чем потеря Запорожского и Херсонского направления. Вот по информационному удару хуже. Потому, я думаю, они примут вот, опять же, с военной точки зрения правильное решение. Раз будет стоять задача удерживать Бахмут, значит, они будут уходить с Херсонского, Запорожского направления. Ну, а здесь там уже проще будет работать по освобождению этих территорий. Пане Романе, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, каже наступне, що росіяни вирішили відкрити новий напрямок в цій війні, куди вони будуть просуватися. Вона каже про населений пункт Сватово, який є північніше від Кремінної. Хто за нами стежить постійно, він прекрасно знає цей напрямок. Ось це в районі 36 кілометрів. Які завдання може ставити перед собою армія окупанта, спрямувавши нові сили на Сватівський напрямок? Мы с вами говорили несколько месяцев об этом. То есть направление Луганское для России, это Луганский фронт так называемый, для россиян одно из приоритетных и удобных, потому что переброска техники, живой силы, амуниции войсковой намного проще, удобнее с Валуек несколько. До Сватова там пару часов езды с Валуек. А Валуек это большой военный хаб, через которые россияне, ну, сотни тысяч человек заводили, и оттуда идет сотни тысяч тонн техники и боеприпасов. То есть Сватово для них в этом смысле просто очень удобно. Вот движение на Купянск, Сватово и Кременная, то есть вот этот фронт. И они будут сейчас пытаться создавать там проблемы. Задача общая – это выдавить наши войска за треугольник, которые создают реки Оскол, Северский Донец и Красная. Вот Красная река, она идет от Сватова, да, от Сватова до Кременной. Да, вот этот треугольник. Вот у них задача выдавить нас за границы этого треугольника, за реки Осколы, за реки Северский Донец. Но это задача оперативная. А стратегическая задача – связать наши стратегические резервы. Связать, чтобы мы туда перебросили наши стратегии и не смогли двигаться по запорожскому направлению. Вот это такая одна основная. Или третья там была у них, по крайней мере, разведка докладывала, они пытались, ну или планировали взять в котел некоторые наши части, чтобы потом принудить военно-политическое руководство к заморозке конфликта.
и решение вопроса с этим котлом. То есть, ну, это точно у них не получится, там достаточное количество наших частей для того, чтобы противодействовать этому. Ну, вот попытаются связать наши стратегические резервы. Пан Романе, повідомляє Міноборони наше, що вони дуже сильно роздумують і шукають шляхи, як протидіяти безпілотникам російським ланцетам. Тому що, мовляв, кажуть, вони справді дуже сильно, якщо не можна сказати, дошкуляють на війні. Це справді потужна сила з повітря, цей ланцет їхній? Если, да, это очень серьезная проблема. До 40 километров это, идет этот боеприпас, причем поражает в глубине дивизионного уровня, поражает зенитно-ракетные комплексы, любую технику и наших бойцов. Боеприпас очень опасный. Россияне его наладили производство. Но этот боеприпас, причем очень интересно наладили, несколько лет он всего выпускается, по-моему, 3-4 года, но он очень похож на Херу 400ЕС израильский. И здесь надо контрразведки, это уже наши контрразведки, начать это расследование, как израильский Херу ЕС, чуть модернизованный, преобразился в ланцет, в котором есть запчасти, которые россияне выпускать не могут. Вариант то, что израильтяне, может быть, до сих пор поставляют эти запчасти для ланцетов, либо нашли какие-то параллельные пути поставки. Потому у нас может после расследования контрразведки может вырисоваться очень интересная ситуация, что иранцы поставляют шахеды россиянам, а израильтяне вот наладили ланцет изначально. Сейчас вопрос, то есть идет или нет поставка. Но если операторам подскажете, пусть найдут фотографию Херу 400EC израильского, и вот сразу увидите кое-что знакомое. Потому есть большие вопросы к Израилю. Причем не только у МВС, скоро, скорее всего, и в ВСУ будут вопросы к этой стране. То есть как россияне производят ланцет, у кого они взяли технологии и что произошло. И тут получается, что у россиян они с двух сторон могут получать. Шахид это понятно, хотя иранцы же отказываются, потому израильтяне, наверное, откажутся. Но по ланцету очень большие вопросы. И это здесь вопросы работы и контрразведки СБУ, и Главное управление разведки Министерства обороны. Буданову тоже. Кто-то, если бы поставил бы задачу раскопать, как они их производят. Нет у них элементной базы у россиян производить эти ланцеты. А вопрос как? И что происходит? Пане Романе, скажіть, будь ласка, от Сергій, пан Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, сказав наступне, що Заходу і західним країнам треба усвідомити і приготуватися, що Росії як такої в її кордонах більше не буде. Як ви вважаєте, чи справді Росія не може існувати в тих кордонах, яких вона є? Як тільки вони в свою конституцію ввели чужую территорию, правовое поле этой конституции стало, то есть оно перестало существовать. Крым, Донбасс, Запорожщина, Херсонщина, которые они еще и дальше ввели в свою конституцию, разрушили саму конституционную основу, правовую основу существования Российской империи. А раз так, значит, дело времени, когда она вся рухнет, потому что вывести из такой ситуации правовое поле вернуть невозможно. Ни одно правительство российское, которое бы не пришло на смену Путину, допустим, оно ж не выведет эти 5 областей наших украинских, Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, не выведет из Конституции Российской Федерации. То есть даже с этой стороны у россиян впереди, у Российской империи впереди развал, как развал был у Советского Союза. А вот те конституции, которые у них есть в республике, у них там 21 республика. Вот Крымская была 22-й, перебор в очко, не играли. То есть 21 республика, вот это базовые республики, которые со своим правительством, со своими контролирующими органами, силовыми в том числе, это базовые республики, на которые будет распадаться Российская Федерация. Потому Данилов тут однозначно прав. Вот это наша, кстати, задача. Даже не выход на границе, на госграницу. У нас задача как раз развал
на 21 республику этого квазіобразування, которое сейчас называется Российская Федерация. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, що на календарі 3 липня, понеділок. Попрошу вас і нагадаю, не забувайте обов'язково коментувати, обов'язково ставити лайки, підписуватись і поширювати нашу розмову, наше зведення серед друзів, знайомих та родичів. Тому що ви зобов'язані знати, що відбувається на вашій землі в деокупаційній війні проти Росії. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.